Дочка, ты прекрасна. Подожди, я хотела сказать, что люблю тебя. А это кто? Папа, извини. Валентина. Да, любовь моя. Что происходит? Ты же знаешь нашу маму. Она будет в ужасе, когда услышит его тексты. В трех песнях угрожает убить, в семи про наркотики, в остальных про секс со всеми подряд. Я ушла. Пока. Прослежу за ней. У нее кто-то появился. Доброе утро. Луиджи, ты? Помню, все девки были твои. Бам-бам-бам, как конвейер. Мужики, как нам избавиться от ухажеров наших дочерей? Это будет война. Но для их же блага. Для их же блага. Для их же блага. Мы наймем эскортницу для типа, с которым путается моя дочка. И заснимем его с ней. Это незаконно, я же адвокат. Джада, лучшая по отзывам. 5 звезд, исполняет любые мечты. 5 звезд? Вам чего? Кокаин есть. Вам сколько? Ну, 200 грамм. Граммов 200. Какие 200? Это тебе не колбаса. А почему в твоих песнях часто говорится про наркотики? Это просто песни. Если вы слушаете Паваротти, это же не значит, что вам 90. Ну, вообще-то да, не значит. Я думаю, что проблема не в наших дочерях, а в них. Дай сюда. А ну, прекратили драться, а то пожалуюсь родителям. Не надо, родители уже здесь, извините. Добрый день. Папаши. Мы хотим завести ребенка. Это прекрасно. Все сюда, у нас сюрприз. Сюрприз? Как будто сюрпризов нам мало. В кино с 4 февраля.